А, стоп, 2 секунды, я тут ворвусь. Ребят, хочу рассказать вам про свой сайт с наикрутейшей халявой, которую я собрал в одном месте. По ссылке в описании расположены все самые актуальные промокоды и рабочие ссылки на сайты. Все, я сматываю, смотри ролик дальше, приятного просмотра. What's up, чуваки, с вами Фроксай, мне по-прежнему, кстати, нужны еще подписчики в новую прокачку. Теперь мы еще расширяемся, мы теперь еще, пацаны, по краш-сайтам будем записывать прокачки. Как в старые добрые времена, когда я записывал, да, я прокачивал там, например, с аккаунта подписчика, залетали мы в Дискорд и пробовали подниматься. Тем не менее, чуваки, будет очень крутой видос. Поэтому, если ты хочешь залететь прокачку, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик, поставь лайки со всех аккаунтов и напиши как можно больше крутых комментариев. Ну а по ссылке в описании, если ты зарегаешься, ты уже на халяву получаешь бесплатный скин. Плюс, пацаны, промики я оставлю. Спецпромокоды, я вам сразу хочу сказать. Поэтому, чуваки, по ссылке в описании залетайте, получайте спецпрома. Скин сразу же можно будет вывести. Ну а мы, пацаны, чё, погнали? Чё у нас тут, пацаны? Кура, CSGO, КОК, 100 лет я сюда уже не залетал. Ну и чё, сайт преобразился, пацаны, сайт изменился. У них тут, кстати, поддержка, смотрите, добавилась. Ну это прикольно. Я, кстати, чё хочу вообще рассказать. Кура, вы помните, да, вот этот лозунг по типу кура дает. Давай будем смотреть, кстати, здесь, смотри, бонус, походу, какой-то завезли. О, я же, кстати, да, я же, пацаны, успевал это все выполнять. Плюс, кстати... Можно вот заходить, здесь вот на соцсети подписался, лавешку залутал, плюс потому что меня всегда спрашивают, где можно помимо твоих спецпрома, можно еще бабки налутать. Так вот, чуваки, зашли, телега сейчас есть у всех, да, в связи с таким временем, ВК-группа, ВК-странички у всех есть, зашли на ВК, подписались, YouTube там хапанули, инсту создали, и вот вам уже бабки, подожди, сколько они платят вот за новичка, тут 0.04, ну бабки же, ну почему нет, просто нажать всего лишь, да, по эксперту. Конкурсы, подожди, ежемесячные тут у них чё? Кстати, я все сделал, вот, и мне 0.3 еще дали. Поэтому, пацаны, заходите по ссылке, бонус получаете, спецпромо вводите, и все у вас будет чики-бомбони. Кстати, я у них, пацаны, здесь улазил, и чё? Когда вот эти все бонусы залутаешь, новичок и эксперт, можно, пацаны, залетать играть в экстрим игра. Вот в это, кстати, самое интересное, я бы сейчас и поиграл. Знаешь, что самое интересное, что я тут увидел? Здесь, ну вот сразу хочу вам всем посмотреть, да, вот это вот, гляньте, недавние краши, вот так вот, пацаны, то есть либо курятина отдает хороший икс, я не знаю, тут до сотки бывает, долетал я тут, чекал, смотрел, да, там, что там делают вообще другие типы, либо по КД 1.00. Ну что, можем попробовать. Насколько? Ну я, пацаны, сильно кошелиться не буду, ну типа бабки, как бы бабки все равно бабками, да. Сейчас время такое, чуваки. Давайте сейчас попробуем. Подожди, а какой икс-то мне надо поставить? Стоп, вот я сейчас нажал. 1.00. Ну давай, ладно. Давай. Сейчас, пацаны, будем тогда пробовать. Будем чекать. Погнали дальше. Сейчас разминочный, я бы сказал бы. Будет вот у нас 4 скина таких. И после этого, потом, пацаны, мы попробуем немножечко побольше уже что-то залететь, поставить. Автостоп. Ставка не взлетает, ладно. На что можно рассчитывать? X15 быть? Я просто не понимаю, подожди, вот ставка установлена. Во, ставим, пацаны, пятнашечку. Автостоп поставили. Полетели, я просто хочу разочек хотя бы увидеть, как это будет работать. Ну давай. CSGO КОК. Давай, сюда его. Курятина, если ты мне сейчас не отдашь, это будет, пацаны, просто забей. Давай. Как на дискотеку бывает, знаете, в молодости приходишь, все места заняты, есть один единственный стул, пацаны, не с курицы, да, благо, но тем не менее, со скином. Потому что если мы хотя бы двойку сейчас окупим X15, это, пацаны, 30-ка будет. Но вопрос, а зайдет ли она вообще? Давай сейчас посмотрим. Какой тут X вообще максимальный был? 4.13, ну все хотели больше, я понял. Ну сотка, пацаны, сотка, если залетит. Да мне 15 дайте, мне уже больше не надо. Ладно, ну чё, можем попробовать. Десярик, ну давай 10 попробуем, пацаны, почему бы и нет. Купить 60 баксов, я и так на это все потрачу, бабки хорошие, тем не менее. Вот сюда, старт, let's get it, let's go, давай. CSGO КОК, брат, не подведи. Ой, кура, ой, закрошила. Где мои бабки? Где X100? Где X100? Если я ему вот так вот напишу, что мне скажут, пацаны? Опа, чат создан на английском. Подожди, а как его вот так? Опять краш. Это последняя, пацаны, капля будет. Опа. Привет, мне Лана пишет, пацаны. Ланочка пишет. Давайте с Ланочкой пообщаемся. Не выдает. Сделайте что-нибудь, плиз. Где X100, блин? Почему не знаю? А кто знает? Дайте мне сюда X100.
Ура, Лана, Ланочка, с 8 марта, с прошедшим праздником. Вот так вот. Давайте, пацаны, хотя бы так. Прочитаю сейчас, нет? А есть фотки? Можно фотки открыть? Вернуться в чат, спасибо. И все. И все. Блин, и все, это спасибо. Ладно. Ладно, ладно, спасибо, больше ничем ты нам не поможешь сегодня прекрасным солнечным днем. Мы продолжаем, пацаны, сидеть на экстрим игре актив. И пока ничего. Вообще ничего, даже намека нет на X100. Может, хотя бы попробуем, я не знаю, еще 10, ну, сколько? Так, ладно, давайте по 5. О, достаточно будет, пацаны, на $53. А тогда мне нужна 20-ка, хотя бы. Тогда ставки-то уже повышаются, ну, давай попробуем. Ну, что, 22. Замечательное число, и, кстати, вон тут уже можешь выиграть. Да мне хотя бы что, мне хотя бы X2 увидеть. Можешь выиграть, от X4 оно идет. Вообще ничего не было, даже намека. Даже ни одного намека. CSGO кок. Зато обычная игра. Ты посмотри, какие иксы там вообще нормальные, так сказать, наваливают. Продолжаем. Я до своего дойду. У меня, пацаны, резерв есть. Валютный в баксах. Храните бабки в баксах, и все будет хорошо. Или в скинах. Скины сейчас, пацаны, очень подорожали. Даже если, не знаю, на маркет зайти, там, там ошалеть будет прайс. Вот эти даже скины сколько сейчас? 5 баксов, которые они стоят уже... Сколько он стоит? 500... 580 рублей вот такой вот скин. Мы сейчас ставку по 500 рублей, пацаны, за спин отдаем, вы понимаете? И спин-то просто вообще не заходит. Ну, то есть, вообще нулевые спины пока что. Но ничего, пацаны. Аквамаринку мы свою получим. Я же надеюсь, могу я вывести-то там заранее, потому что, ну, типа, знаешь, автостоп будет там до 15, и раньше 15 ты вывести элементарно, например, ничего не сможешь. Такое тоже может быть. Но нам-то сегодня, пацаны, нужен больше икс. Ладно, сейчас давайте договоримся так. Я сейчас вот эти скины, точно все, что у меня осталось, доставлю. X15, может хотя бы X5 мы увидим, ну хотя бы что-то. После этого, пацаны, залетаем в обычную игру. И там делаем нож, который я, скорее всего, вывожу вам на розыгрыш. Либо себе, либо вам, пацаны. Ну ладно, давайте, что-нибудь сделаем. А все, чат, больше с этим ничего. Блин, а может, пацаны, давайте так. Давайте, пацаны, сделаем элементарно просто. Сейчас, мы можем сделать, мы же можем, смотри, сюда ставить и сюда залететь, в теории. Сейчас попробуем. Поставим сюда и купим сюда. На сколько? Давайте на 110 баксов. Вот такой нож, пацаны, замечательный. Что у нас там с нашей... Пошло! Подожди, стоп. А на сколько оно пошло? Сюда сейчас ставим 1,5. Оно пошло! Мой экстрим гейм пошел! Давай, на сколько? На сколько, родной, пойдешь? На сколько? Ждем или забираем? Ой, пацаны, хз. Ну и 5, это все, это максимум 5. То есть я ждал всю жизнь. А здесь я сделал намного быстрее. Ну посмотрите, пацаны, Урсус Найв зато в коллекцию залетает. Дорогущих блогерских автомобилей, да, поднятые на гивах. Залетели, пацаны, Урсус Найв залетел. Ну, другое дело, я микрофон сейчас даже пошевелил. Давай сюда поставим. Мне кажется, намного быстрее даже будет в обычном режиме это все поднять. 5,5, ну, смотри, 4 сделали. Но это мало, ну, мало. Камон, я сколько ждал? Намного больше я прождал. Давай-ка сейчас сюда. Двоечка. Не, ну, Урсус Найв тут как бы базару зиру, пацаны. Оно сделало сегодняшний день. Если бы я там не сливал бы, если бы там, то Урсус Найв... Это сразу легчайше. Смотри, на 1,5 уже можно зуб тигра. На двоечку уже керыч. На троечку байонет уже целый. Ну не крашнет же сейчас. Давай, родной, пошел. Сюда. Хорошо, паракорда. Нам хватит, пацаны, паракорда достаточно на сегодня. Либо мы его выведем, либо разыграем. Давайте так, определимся в комментариях. Ну а с тобой сегодня был Фроксай. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте про ревку, пацаны, которая дает вам бесплатные скины. Куча скинов, короче, сейчас скинов. Ну, не знаю, доллар на 2. Вы понимаете, что сейчас 1 доллар это 120 рублей? То есть даже уже не 70. Это охренеть какие бабки. Поэтому, пацаны, залетайте, юзайте, получайте скины, выводите их. Ну, а с тобой сегодня был Фроксай. Всем, пацаны, пока.